Вот так поиграю. Вот так вот. Ага. Потому что сильно подерфили. Второй спел Чена. Потому что ты не можешь брать волка на втором левле прокачки второго спела. И потому что его не умеют юзать просто, вот и все. Шард плохое начение. Пассивку занерфили. Да все занерфили, все что так можно. У меня так вкусно картошечки пахнет дома. Отсюда я чувствую. Я пожарил. Ты пожарил? Я сейчас тебя пожарю. Yes, are you going to buy vessel this game or not? Tell me. What I can't understand. First blood. That's what happens when Axe gets his hands on you. Сварь без паунса. Ты можешь дропнуть что-нибудь, если привезем. Для меня нет спелов. Your top tower is under attack. Ух, на первый спел. Хотя у меня и мана нет. На лучше пусть будет, потому что мне надо будет Тимбер Акс убивать. Мне еще пулить не дает шейкер без конца. Можем подраться. Your middle tower is under attack. Better. No. No. Первого животика убил. Такой Ботевич, король королевич, что на сварке, что прям. Your top tower is under attack. Привычно такие игры играть. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Хорош. Да, Феникс плохой на тройку, нам не захотелось поиграть. Ну, именно на ОПТСе можно любого героя пикнуть и выиграть. Можем подраться. Да куда, куда? Ну что, я неужели я умер? О, у меня с тобой ТП. Хорош. Хорош. Я думал, он толкнет Сарка на самом деле, но он тоже нормально все сделал. Если тоже станет после Беркпакта. Хотя было толкнуть лучше в этой ситуации. Потому что Сарк мили герой. Думаю, быстро весел ничего не решит, а вот боевал плюс. Я пока не буду. Через койл по... не трать койл пока, подожди. Wait. What? Трахал тебя в рот! Можно на Феникса яйцо поставить? Да, могу. Только вот дайва у меня 2 секунды не было. Он звучит как в мирах. Чуть помощи бы. Я умер.
Your middle tower is under attack. Можем его убить. Бамба нет. Готово. Надо ему транквил сбить. Идем. 2 секунды птица будет. Я умер, я знаю. Ты один близко не попал. Your top tower has fallen. Your middle tower has fallen. Палец проебал на Леоне. Пока его убить будем. А, не нажал. Да, он думал, что там центр. Может, давай. Койл пока. А, у нас нет. Я могу умереть здесь. Не-не. Да, у меня нет. Ладно, сын. Ладно, он умер. Что там тупой, я вахну. Да где я душу каких-то 6 качелов, парни, если я ни одной игры не выиграл, говорю. Ну вот, в плане, до вчера. Сегодня вот первые 3 игры, и то в пати. Я в соло не могу ни одну игру выиграть, я клянусь. Герой какой-то стоит тавером. У меня весел. О, я... умер. Охуёво. Новый шарп на Феникс охуенный. Ты говоришь? Пак просто вообще никуда не коннектится, он просто стоит качается, это вообще пиздец. Пак это триггерит. У него есть койл, он стоит бьет лес или бьет мид для чем-то. Ты на паке правда иншей будешь бить? Даже койл есть. На земле чел хорошо кнопки жмет, точно. На земле... хороший игрок. Да, 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 я заметил. Он прям вообще хорош. Акс с блинком сейчас прыгнет. Я подхожу. Он уверен, да. А вашего на земле? Я помогу. Я не могу. Ой. Да, мой вот. 5 героев меди. Да не, это я просто пошёл. Ты разобраться хотела? Я не думал, что тут будет 5 просто. Ладно, у нас не было этих ничего всё. Нет, чё он на земле просто понимает, как кнопки жать. Хоть он и не подает чем-то, но я вижу, как он нажимает кнопки. Он хорошо играет, он понимает, что делать. И паттерн игры у него очень правильный. Да, на яйцо можно. Убьем, убьем, убьем. Он не бьется. Сейчас уже будет, правда, после. Убьет вроде бы. Я бы банился, а вам после не хватит. Да, я. А мы не можем захватить хорош, что пакет. Чайник и пацан.
Бля, ну он не отскочил. Лечу. А ты его солишь, по-моему. Он умер? Блин, не могу нажать здесь, когда. Да не. Мне интересно, это сработает, но я снова. Да, да, ты же ставил уже. Ой, ебать. Ну и что нет? Ой, тут этот. А, там. Да. Душит, да? Да, все. Две секунды. Двадцать секунд у меня. Да, конечно, больно будет. Шива Вессел и Упака Белева. Да, дозволище, да, лишь будет. Я живой вроде. Вот, нажал. Да, да. Что ты перебдел, думаю, шейкер? Возможно. Ну, тяжело пробить яйцо отчасти. Давай поменяешь вот. Хейтеры, блин. Я Леона без пальца оставил. Нихуя, Тимбер жесткий. Две секунды СП будет. Опа. Да, ну там Сларк вообще опасный парень. Блин, конец прыгает без пальцев, да? Я в камере вас прокачу. Когда придете, блядь? Да Сларк старается, парни, ну умри, пожалуйста. Он старается. Ебать, медяка пошел. Бля. Ебать. Я снега не буду даже пойти. Рескин, у тебя есть попыт? У меня дибл домп только. Это что означает? Дил, да, короче. Понял. А можешь Рескин, как умалишенный, прыгнуть? Вот-вот, да-да-да, хорошо, так-так. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Тихо, шейкер, где не слава. Фессура откуда торчит, где шейкер? Ой, сейчас прыгнет. Сейчас лендер. Давай, давай, покучнее, ребят, покучнее встаем, покучнее. Кучнее, кучнее, все вместе. За ручки. Ой, ебать, лох на шейкере. Мы даже ему поддаемся, он все равно. А его нет нигде, столько, блин. Тут прыгнуть можно, рампашку сделать. Да. Видите, ребят, уважают Феникс, горят соло. Та-та! Порекомендуй пиздатый фильм. Я особо фильмы не смотрю, я могу все посмотреть. Но мне так, не придираюсь.